Наталья Кручик, мама двоих детей и студентка Ульяновского фармацевтического колледжа. Она учится на массажиста и уже этой весной получит диплом. Наталья участвовала в всероссийском конкурсе профессионального мастерства «Обилимпикс» и заняла 3-е призовое место. После окончания курсов девушка планирует работать по специальности. Хотелось бы устроиться в государственное учреждение, потому что нарабатывать опыт, то есть видеть различные патологии, как бы необходимо также для, ну, для дальнейшего становления как специалиста. Вот. Но в дальнейшем, конечно, хотелось бы открыть какое-то свое дело, кабинет. Наталья приехала из Алтайского края. Учебное заведение она выбирала по отзывам. У Ульяновского фармколледжа хорошая репутация. Местные студенты регулярно участвуют в федеральных конкурсах и привозят награды. Мы принимаем активное участие в чемпионатах профессионалы, тоже постоянно занимаем призовые места. Это компетенция фармацевтика, это компетенция лабораторно-медицинский анализ. А по чемпионату Обилимпикс мы также принимаем участие в компетенции лабораторно-медицинский анализ. Напомним, национальный чемпионат «Обилимпикс» разработан для людей с ограниченными возможностями здоровья. Конкурс помогает участникам проявить себя и найти работу по душе. Будущие профессионалы выступают во многих компетенциях – от менеджмента до поварского дела. Виктория Чиркова, Бахтияр Салтанов. Улправда ТВ.